we have gathered here to try to attain this state that has been called Israel, the Torah, and the Creator are one. Let us enter a single frequency, with one thought, unity of our points in the heart, above our ego, above this entire life. We'll let it go. We're allowed not to think about this life for 20 hours. We deserve it. Let's detach from it. Let's anticipate that the upper force maintaining all the life will approach us as well. We'll obligate it with our desire, and it will draw near us. Detach yourself from everything. I don't remember anything. I don't have a home, nor a family. No problems, debts, nothing. I'm simply not living in this world. I live only in that higher system that we are building together right now. And I'm asking everyone to hold me. So should everyone do. None of us has the power to transcend his ego, but only if he is connected to others. Сейчас у нас с вами тема «Беседа о важности и значении интегрального образования». Мир устроен из двух частей относительно духовного возвышения. Те люди, в которых существует точка в сердце, которая уже вышла наружу, это вот эти вот, закрашенные желтым цветом, в них есть точка в сердце, и они испытывают поэтому стремление к духовному возвышению. Их интересует смысл жизни в том, чтобы достичь, непосредственно самим достичь ее источника. Те люди приходят к нам, иногда задерживаются у нас, остаются у нас, иногда уходят, чтобы снова вернуться. Вот в таких колебаниях находятся они. И те, которые остаются, тоже находятся в колебаниях. Колебания эти необходимы для того, чтобы как насос качает туда и обратно. Как в машине работают поршни, толкают туда и обратно. Так и здесь, в нашем движении вперед, мы идем туда и обратно, туда и обратно. Причем, когда мы идем туда и обратно, это не значит, что мы куда-то уходим. Мы идем туда, обратно, немножко больше туда, немножко больше обратно, еще выше, и еще выше, и еще. Вот так вот мы все время идем. Для того, чтобы как бы зачерпнуть снизу эгоизм, поднять его наверх и исправлять. Еще глубже зачерпнуть, поднять наверх и исправлять. И вот так вот все время мы идем вперед, по поступательной. То есть вроде бы по спирали, но эта спираль все шире, все выше и ниже, все выше и ниже. И тот, кто не опускается, ему нечего поднять наверх. Потому что мы с вами изучаем науки Каббала, что произошло разбиение созданного желания, и все эти созданные желания, они находятся вот здесь вот в рассыпную, в так называемых мирах Брия, Яцера и Асия, включая наш мир. И поэтому необходимо нам, в которых есть точка в сердце находится вот здесь. Это Малхут мира Ацилут. Мы должны спускаться вниз, поднимать какой-то кли наверх, за всем спускаться, поднимать еще большее кли снова наверх, и еще большее кли
снова наверх, и еще большая кли, снова наверх, и так много-много раз. Причем эти все килим наши, наши желания. Поэтому всегда до конца исправления, до полного гмар-тикун, всегда будет вот такое вот старт-стопное, возвратно-поступательное движение вниз, там, где находятся неисправные келим, минус большой. А здесь относительно него, сделаем его красным светом, большой плюс. И вот так вот мы перекачиваем, черпаем снизу, поднимаем наверх, исправляем. Еще новые желания. Часть из них, большую часть из этих желаний, которые находятся вот здесь вот внизу, часть из них мы исправляем, даже не зная этого. Постоянно в каждом человеке, даже в нашем мире, существуют всевозможные смены настроений, смены состояний. В любых людях, во всех. И всегда мы занимаемся именно исправлением. Все наши изменения, все, что происходит с миром, все, что происходит в каждом из людей, это происходит только благодаря вот этому вот спуску вниз, подъему наверх, спуску вниз, подъему наверх. И поэтому все люди в мире, хотят или не хотят, они работают на исправление. Только несознательно, неосознанно. А мы с вами работаем осознанно. То есть в нас задается вот эта точка в сердце. Она уже принадлежит к высшему кли. И мы, исходя из нее, начинаем эти наши обороты. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И вот так вот все время по спирали. Осознанно работаем над этим. Разница огромная. Работаешь неосознанно или осознанно? Потому что те, кто работают над этим неосознанно, они мучаются, их толкают к этому давление, движение вперед. Они не ощущают, что это вперед, просто вынуждены под всякими обстоятельствами жизни переживать, страдать и по необходимости двигаться. А мы нет. Мы пытаемся сделать это осознанно и намного эффективней. Потому что кроме того, что нас толкают снизу страдания, так же, как и их, но мы стараемся к этим страданиям, к вот этому отрицательному вектору, к этой отрицательной силе, мы стараемся прибавить к ней положительную силу, которая нас бы выталкивала наверх. Вот для того, чтобы двигаться с помощью вот этой вот положительной силы, для этого нам надо объединяться в группу. Кроме этого, нам надо учиться вместе и притворять, в принципе, в группе все вот это вот заранее, все те условия, которые существуют в высшем мире. Весь групповой устав, все законы группы, они представляют собой законы высшего мира, которые мы пытаемся среди нас реализовать. Хотя бы приблизительно, еще находясь в эгоизме. Мы понимаем, что это все не на самом деле. Не на самом деле мы любим друг друга, стремимся друг к другу, сплачиваемся, соединяемся, учимся вместе, что-то делаем вместе. Мы делаем это как в игре. И не надо этого стесняться. Есть люди, которые говорят, нет, если это на самом деле не будет, то я не буду этого делать. Это неверно. Надо смотреть на детей.
Игра – это очень серьезное дело. Это я пытаюсь в связи с остальными создать структуру духовного мира. Так что это очень серьезно. И в той мере, в которой я к этому стремлюсь, я развиваю в себе вот этот вектор красный. И начинаю стремиться вперед не под давлением сзади, не ожидая, когда у меня будет подталкивать всякие обстоятельства, как вот кризис подталкивает наш мир и все остальные частные проблемы каждого из людей. А я вооружаюсь силой группы. А она притягивает, в свою очередь, на себя огромный свет. Сверху. И вот этот огромный свет, он действительно и создает из нас уже по-настоящему духовную конструкцию. Единую. Когда все мы становимся как один. И таким образом равны свету. Извиняюсь. Становимся равны свету. Потому что и он один. И получается, на основании сопряжения свойств, подобия свойств, свет входит в нас, и мы получаем раскрытие высшего мира, следующего состояния, следующего уровня, следующего измерения. В этом отличие тех людей, которые получают желание идти вперед сами, от остального всего человечества. Поэтому можно нарисовать это в другом виде, как изображает Каббала. Это часть с точки в сердце, это мы, желтая, закрашенная желтым. И вторая часть, весь остальной мир, это нижняя часть. В наше время проявляется зависимость между этими двумя частями, потому что вот эта вторая часть, она получила достаточно на протяжении всего человечества, перекачала в себя, много-много-много неосознанно исправила в себе очень много своих желаний. То есть вот так вот люди много раз за всю историю прошли всевозможные состояния. И поэтому пришли к такому состоянию, что они сегодня подключаются к нам. Мы получаем движение вверх, устремление вверх, а они очень близко к нам, вокруг нас. И все мы вместе находимся в кризисе. Это один и тот же кризис. Кризис отсутствия Творца. Отсутствие раскрытия высшего управления. Только для нас отсутствие высшего управления – это желательное. Мы устремляемся вперед. Мы желаем его раскрыть. А для них это подталкивание сзади, очень неприятное. Мы видим, в каком состоянии находится мир. И здесь-то и проявляется уникальная возможность для тех людей, которые получили устремление к цели творения, к раскрытию света внутри кли. Появляется уникальная возможность. Они сегодня получают преимущество в том, что если они будут работать ради исправления остальной части мира, которая не имеет связи со светом, то тогда они получают действительно предпочтение, что ли. То есть у них возникает возможность быстро приблизиться к свету, потому что через них свет проходит на остальных. И поэтому мы видим, что
Каждый из нас, в чем он особенный? Что он сделал такого особенного в жизни, в мире? Какие у него есть особенные свойства? Я извиняюсь, конечно, что я так говорю о вас, но в принципе никого тут особенного нет, в том числе и я. Мы получили нашу точку в сердце, желание раскрыть высший свет. Как условие, как аванс, если мы будем действовать во имя всего остального человечества, то тогда нам действительно раскроется высший свет, чтобы пройти через нас на все человечество. Ну, а отсюда мы можем и понять, в чем заключаются все эти условия: возлюби ближнего как себя, достичь связи между собой, быть как один человек в одном сердце и так далее. То есть это те же самые условия распространения света, исправления килим, только сказанные другим языком. Каббалисты прошлых поколений адаптировали каббалу для своего исправления, для своего поколения. И это описывали в книгах. Для того, чтобы подготовить эту науку для нас, чтобы мы уже смогли ее применять вширь, везде. Но это все только для нас. Ведь в прошлых поколениях были единичные каббалисты в каждом поколении. Буквально несколько десятков человек максимум. Допустим, Ари. Был Ари, великий каббалист 16 века. И было у него там 6 или 7 человек учеников. В Италии был Рамхаль, большой каббалист. Чуть позже Ари. Жил в Падуе. У него было тоже там всего лишь несколько учеников. А в наше время это тысячи по всему миру, которые интересуются, которым это необходимо, считают это просто, что иначе без этого жить, это быть как животное. И именно такое огромное количество людей сегодня появилось. Это огромное количество людей. На самом деле даже не представлялось, что может быть таким. Потому что на самом деле относительно всего остального человечества могла бы быть и группа маленькая, 10-20 человек. И этого достаточно. А то, что появляется такое огромное количество людей, это уже просто, ну... Я не думал, что будет так. Говорю откровенно. Я думал, что будет, ну, несколько десятков, не более. Каббала – это наука о привлечении света на себя. Для этого нам надо изучать устройство высшего мира, каким образом двигаются все его элементы, как поднимается эгоистические желания для их исправления в Малхут мира Ацилут, каким образом они там комбинируются и далее поднимаются наверх к парцуфам Ишсут, Абаваима, Арихампи, Натик и так далее, до мира бесконечности. И затем, как нисходит свет сверху вниз, становятся все парцуфы в состоянии гадлут, большими, и пропускают через себя свет на низшие парцуфы. Парцуфим. Но это для нас. Для того, чтобы притягивать высший свет, взаимодействовать с высшим светом, обращаться к нему и получать от него. Вот это все взаимодействие с высшим светом. Для этого нужна наука Каббала. А для того, чтобы массы получили высший свет, вот эта вот нижняя часть,
Им не надо каббала. Они не взаимодействуют с высшим светом. Но им надо собираться все равно вместе. Желать собраться. Понять, что именно в состоянии объединения они выходят из проблем. На них давят всевозможные проблемы. Так вот, они должны знать только одно. С помощью объединения мы избавимся от наших проблем. Мы избавимся от этих минусов. Это они должны знать. И эта наука называется интегральное воспитание. То есть соединиться вместе для того, чтобы проявилась какая-то сила. Сила должна проявиться в объединении. И эта сила, она как бы нейтрализует все отрицательные воздействия. Значит, тоже должна быть как бы группа. Должна быть группа. Но имеющий совершенно другой статус, другой вид, другой стиль, другое устремление. Просто объединение людей. Когда они все будут понимать, что если мы будем объединяться, то нам будет лучше. Исчезнут отрицательные всевозможные воздействия. В этом и отличие между каббалой и интегральным воспитанием. То есть оба эти части одной единой науки об объединении всех вместе, они говорят об одном и том же. Только той части, которая может притягивать выше света и взаимодействовать с ним, потому как в них есть точка в сердце, объясняется структура, взаимодействие, высший мир, ступени, по которым поднимается их требование и нисходит свет и так далее. Им это необходимо для того, чтобы возбудить высший свет на себя. А остальным это не надо. Остальные должны знать, что только в устремлении вместе мы обретем спокойствие, хорошую жизнь. Это то, что ощущается в их желаниях, и так они должны знать. А все вместе в итоге приходят к одному и тому же состоянию, когда все эти желания, которые находятся вот здесь вот, под парса, эта граница называется парса, когда все эти желания поднимаются наверх, над парса, то есть включается в свет, который здесь светит, существует. Это следующее наше существование, следующее измерение, высший мир. Так что человечество разделено на две части, и для каждой из частей есть своя методика объединения. Для одной части это методика объединения для устремления вверх, чтобы притянуть высший свет, раскрыть явно в себе эту высшую силу Творца. А вторая часть, которая просто стремится к лучшему существованию, убегая от страданий, ей надо дать эту методику объединения, ту, которую она может реализовать. И таким образом мы обе части приходим к одному единому целому. Поэтому сегодня для мира крайне важно объединение, крайне важно получить эту методику, и мы должны ее применять. То есть мы должны ее распространять. Понимать, что для них необходимо, выделить
из всей Каббалы только ту часть, которая для них пригодна. Так же, как мы обучаем детей. Мы не обучаем их глубоким премудростям, а показываем им на примере, что для них хорошо. В той мере, в которой они могут это понять и применить. А в принципе, в глубине, эти две методики – это одна методика. Методика объединения творения для того, чтобы в нем проявился Творец. И он проявится в них через нас. То есть в итоге мы же проведем на них этот высший свет. Через сверху, проведем через себя. Вот красные стрелочки, как показывают, он пройдет на них. Об этом говорится в предисловии книги «Зоар». Там это все можно изучить. Поэтому, особенно в Европе, на континенте, который испытывает такое огромное напряжение, потому как он больше остальных всех других частей мира развит, в нем ощущается это давление, этот кризис, причем многосторонний. И если мы его здесь сможем хоть как-то начать исправлять, двигать вперед науку об объединении человечества в ее виде, пригодном для них, то есть в виде интегрального воспитания, интегрального образования, интегрального взаимодействия, то этим мы двигаем сами себя, во-первых. Этим мы оказываем огромное наслаждение Творцу, потому как исправляются его разбитые килим. И есть возможность проявиться в этих исправленных или исправляющихся желаниях то, что является целью творения. Поэтому огромная важность есть в этой методике. Мы ее разрабатываем для детей, для взрослых, для женщин, для пожилого возраста. Мы открываем курсы, делаем всевозможные семинары и так далее. То есть для широкого народа. И считаем это для нас очень важным, потому что если мы не будем этим заниматься, то нам не дадут нам, то есть вот этой части, закрашенный желтенький свет, нам. Я тут поставлю, чтобы было ясно, что это Бней Барух. То нам не дадут вообще никакого продвижения, потому что мы получили его только как аванс, только как условие, что мы будем думать о остальном мире. Вот это, в принципе, то, что я хотел сказать. А теперь ваши вопросы. Вопросов нет? Урок закончен. Friends, please feel free to move forward up to the microphones on the left or right side of the cameras. Here you see Terence and какие есть проблемы с тем, что я рассказал? Translate your questions for you. Bitte alle Freunde, die Fragen haben, hier hinsetzen. An den Seiten sind speziell Plätze gegeben. У всех товарищей, друзей, у кого есть вопрос, пожалуйста, сюда садитесь по очереди. Можно будет задать вопросы. Hello, Raf. Здравствуйте, Раф. You explained the difference between the approaching in Kabbalah and the 99% with the integral education. That's clear. Вы объясняли разницу между Каббалой и интегральным воспитанием. Это понятно.
Can you perhaps explain why is it such a delicate, sensitive process to approach 99%? Вы можете объяснить, почему это деликатный процесс подхода к 99%? Я не слышу. Почему процесс к 99% является деликатным? What happens there? Do we have to evoke their desires, or do we have to give them some attainment, or what happens? Проблема подойти к обычному человеку и сказать: слушай, ты знаешь, что все твои страдания в жизни от того, что ты не связан с другими людьми. Он тебе скажет: я не вижу никакой связи, во-первых. Во-вторых, я еще не видел, чтобы это вообще кому-то помогало. У меня не хватает зарплаты, меня выгнали с работы, вообще все государство и весь мир в проблемах. Мы не знаем, что будет завтра с нами. Есть экологические огромные проблемы. Проблемы, ну, где в семье, с женой не в порядке все, с детьми не в порядке. И вообще все со всех сторон. Я не вижу, что это все зависит от того, что люди между собой плохо связаны. Никогда не видел такого, что требовалось от людей: давайте вместе соединимся, будем благодушно настроены друг к другу, будем дружественны, и тогда все получится. Ну, конечно, это неплохо, быть в хорошей связи друг с другом. Никто не скажет, что плохо. Но чтобы это спасало нас от финансового кризиса, чтобы это вдруг дало возможность всем работать, получать хорошую зарплату, чтобы это избавило нас от проблем со здоровьем или от разладов в семье, человек не видит прямой связи. И в этом, поэтому, большая проблема в распространении интегральной методики интегрального воспитания. Okay, but sometimes from my experience, it's like Rabash tells when we're talking about things amongst friends and our people from outside, that we have to lower ourselves. Иногда из моего опыта, когда Рабаш говорил о том, что мы должны видеть себя ниже, чем остальных людей. In trying to communicate with the 99%, that can evoke repulsion or like disapproval. So what's happening there? Is it too much that what we tell them or what we give them? Когда мы связываемся с 99%, мы получаем отторжение. Почему? Мы не умеем подходить к ним правильно. Сегодня в мире есть огромное количество материалов, психологов, социологов, которые говорят о том, что соединение, объединение создает новые целые качества в человеке. Появляется, вы знаете, хохматамоним, как сказать, разум, групповой разум, групповые, ну, есть такие целые методики. Но, в принципе, конечно, это проблема. Объяснять людям — это проблема. Мы пытаемся это делать, выходим на людей. Особенно это проявляется хорошо в школах, там, где работают с детьми, естественно, потому что мы хотим, чтобы дети были между собой хорошо связаны. Мы знаем, какие есть в школах проблемы с поведением детей в их взаимоотношениях между собой. То же самое есть проблема на работе, взаимоотношения в коллективе. Мы знаем, как люди плохо относятся друг к другу, как специально не хотят согласовывать друг с другом ничего,
даже в коллективе, который должен быть вместе работать для того, чтобы достичь какой-то цели, все равно у каждого существуют свои какие-то отношения с другими, и в итоге нет хорошей производительности труда. Все намного труднее, трудно все делать вместе. Значит, в таком случае, когда, если мы приходим к руководителям или к хозяевам заводов, бизнеса, офисов, и говорим им о том, что мы можем наладить отношения между работниками, они соглашаются, потому что видят в этом большую проблему. И действительно, мы преуспеваем. У нас в этом в Израиле есть большой успех, хотя мы начали это сравнительно недавно. И в школах, и на предприятиях. Кроме того, возможно, организация таких же кружков интегрального воспитания среди семей. Потому как если есть проблемы в семье, то это очень хорошее поле деятельности. Когда вы собираете семьи, которые не могут поладить там друг с другом, и проводите между ними вот такие занятия. Они тоже ощущают на себе очень быстро это благотворное действие. То есть вот эти вот коллективы, школьный, работающий коллектив, или семья как коллектив, там, где чувствуется проблема, вы можете прийти, показать и убедить их быстро в том, что ваша методика работает. Но обратиться к каким-то... Какие еще мы можем выделить группы? Где существует уже группа, и эта группа проблематична. Если это не работа, если это не школа, и если это не семья. Надо смотреть, может быть, есть еще какие-то организации людей в других местах, которые нуждаются в связи между собой для того, чтобы улучшить или производительность труда, или дисциплину в школе и вообще успеваемость, или отношения между собой в семье. Вот можем ли мы еще что-то предложить? Но в принципе достаточно даже этого. Если мы будем пробовать войти в такие коллективы, то мы можем во многом преуспеть. Причем, если вы начинаете в школе работать с детьми, то вы можете добраться и до их родителей. Потому что родители начнут видеть, насколько благотворно то, что вы с ними делаете, с их детьми. И они сами постепенно-постепенно начинают в это входить. Дело в том, что вы тогда говорите родителям, что необходимо, кроме этого, и им проработать определенный материал, чтобы помочь детям по-другому относиться друг к другу и так далее. И таким образом вы их вовлекаете тоже в изучение интегрального воспитания. Прошу. Okay. Thank you. Hello, Rav. Could you explain to us in a simple way what the revelation of the Creator is? Здравствуйте, Рав. Можете нам объяснить простым образом, что такое раскрытие Творца? Творец называется Буре. Буре от слова, вы это уже слышали от меня. Буре. Бо. Это приходить. Я приблизиться, что ли. Ире это увидеть. Раскрой. Вот в то. В том виде, в котором вы приходите, а как к нему приходить, это только сближением. Вот здесь вот есть в начале 10 разных людей. Если вы потихонечку из этих 10 людей строите одного человека, как один человек, в таком случае вы приходите к тому, что вас один в объединении. И тогда вы раскрываете... Ре, значит, раскрытие. Тогда вы раскрываете Творца.
То есть Творец раскрывается в кли, в его новом свойстве. Вы сами создаете Творца. Вы сами его в себе строите. Вы из 10 различных точек, допустим, из 10, из 20, хоть из 1000, неважно из скольки, вы создаете из них одно единое целое. Вот эта вот структура, когда с одной стороны есть много, допустим, там вас 40 человек, а вы создаете из них как один. Вот это и есть Творец. То есть совмещение множества в одном, оно дает вам ощущение Творца. Мы ощущаем Творца только в таком виде. Поэтому называется Бо-Уре, Боре. Вы не можете ничего ощутить, кроме как в ваших свойствах. Так как сейчас вы ощущаете мир только в ваших свойствах. Если вы меняете свои свойства с разрозненных, разбитых, разрушенных в интегральное, в одно единое целое, тогда вы ощущаете вот, эту, вот этот интеграл, вот это единство. Оно и называется Творцом. Do we reveal the creator for the 99%? Раскрываем ли мы Творца для 99%? Да, мы его раскрываем. Творца раскрываешь для того, чтобы доставить удовольствие всем, кто находится вне тебя. Творца можно раскрыть только в свойстве отдачи. И поэтому мы работаем на связь между нами выше эгоизма каждого из нас. То есть, вот каждый из нас, допустим, поднимается выше себя, выходит вне себя. Мы объединяемся здесь вместе все выше себя в одно единое целое. Вот в этом вот нашем общем едином цели, в общем едином теле духовном, оно и называется парцуф. Вот это есть парцуф. Творцов, в нем мы и раскрываем вот это вот единство, которое называется Творец. Вот здесь вот мы раскрываем Творца. Боре. А здесь каждый из нас. Добрый вечер, Раб. Вы говорите про интегральное воспитание. Слышно? Вы говорите про интегральное воспитание. Я по этому поводу хотел что-то спросить. Я работаю несколько лет в художественной мастерской, где я как художественный руководитель занимаюсь тем, что помогаю людям с психическими и душевными проблемами, а также людьми с депрессиями и разными социальными проблемами через искусство каким-то образом, ну, в общем, выйти из своей замкнутости и попасть в какой-то коллектив. Я этим занимался до того, как я заинтересовался Каббалой, и я продолжаю этим заниматься дальше. Да? И я не очень понимаю разницы между вот интегральным воспитанием и, грубо говоря, социальной работой, да? Когда людей, которые замкнуты, которые скрываются в себе по каким-то там разным причинам, да? И как-то вот попытка вывести их наружу, и интегральное воспитание, о котором вы говорите, в чем разница? Разница в том, что вы через себя в таком случае проводите на них свет. Вы их организуете так, чтобы они стали духовным кли. Вы работаете, потому как у вас есть точка в сердце, и вы поэтому работаете через себя на них. Вы получаете от них желания, проблемы, организуете их для того, чтобы у вас появился вот этот вот добавок, чтобы именно ради него смогли вы получить свет. Это не социальная работа, это духовная работа. В этом ее разница. Вы работаете для того, чтобы притянуть высший свет.
Вы работаете для того, чтобы организовать все человечество в одно единое целое, в одну единую систему, которая называется Адам. И чтобы в нем проявился высший свет, высшее состояние. Это не успокоение вместо какой-то таблетки, а именно подъем человечества на следующий уровень существования. Мы не занимаемся тем, чтобы успокоить их. Хотя, в принципе, мы говорим, что это так. Но мы понимаем, что ничего ты не сделаешь на этом уровне, на котором они находятся, только если их приподнять на духовный уровень. А все наши попытки решить какие-то проблемы в этом мире, раздача беднякам, там какая-то помощь всяким слоям населения, она ничего не дает. Ничего абсолютно. То есть при этом ничего не исправляется, а только усугубляется. На эту тему есть огромное количество исследований, и сегодня, мне кажется, это уже ясно, что все проблемы только лишь от того, что мы не исправляем, а занимаемся вот такой вот социальной работой. Я не говорю о том, что она не нужна, что она вредна. Если конкретно человеку можно сейчас чем-то помочь, надо это делать. Но этим знать, что ничего не добьешься. Это только сейчас, пока для того, чтобы преподносить ему дальше интегральное воспитание. Это как человеку, который проходит какое-то лечение. Если он проходит серьезное лечение, во время этого он испытывает боль, да, ему лекарство от боли. Но он в то же время проходит лечение, излечивается. А иначе... Еще короткий вопрос. А противоречит ли это друг другу? То есть вот это вот то, чем я занимаюсь, и то, что... Нет, это не противоречит. Просто... Может ли это объединиться в одно? Это может объединиться, но только в том случае, если вы понимаете, что этим вы временно как-то облегчаете, может быть, ему существование. Но только временно. Если оно связано с действительным исправлением, тогда это имеет смысл. Прошу. Добрый вечер, Раф. Саша из Риги, Латвия. Я хочу вопрос о ситуации, которая может сложиться в группе в связи с распространением интегрального образования и воспитания. О важности интегрального методики распространения интегрального образования и воспитания не приходится говорить. И есть, допустим, группа небольшая, там, не знаю, пять человек, допустим, которая приняла какой-то устав, пытается соблюдать. Короче, играет в любовь, играет в группу. И есть я, человек солидный, грамотный, умный, закончил курсы интегрального воспитания образования, могу преподавать. Мне некогда вливаться в группу, включаться в план абсорбции, вот проходить его. И я хочу идти распространять сегодня. Люди ждут этого. Я иду распространяю, группа меня не поддерживает. И получается, что они, мало того, своей неподдержкой, они как-то даже тормозят. Что делать с такой ситуацией? Я это понимаю. Дело в том, что и у нас тоже, когда начался кризис в его настоящем уже виде, то... До этого я вообще не говорил об этом интегральном воспитании. Баля Сулам об этом пишет. Пишет, причем очень много и очень серьезно. Он пишет о том, что раскрытие Творца не может быть, если мир не начнет к этому устремляться. Причем и та часть мира, которая имеет точку в сердце, и та часть мира, которая не имеет точки в сердце. Что все зависит от распространения. Но я тоже видел, как мои ученики, тем более, которые каждое утро сидят передо мной, тоже не очень-то это воспринимают. Ну, им ничего не оставалось делать. Я давил, и в итоге они поняли, что, во-первых, никуда не денешься, это необходимо, и, во-вторых, это действительно надо. Надо, что на вашем месте я бы делал. Есть много групп,
в мире, часть из которых понимает, что надо распространять, а часть нет. В каждой группе есть несколько таких и несколько таких людей. Надо все равно жить в мире между собой, дать возможность тем, кто хочет это делать, пусть делает. Тот, кто осознает необходимость этого, пусть делает. Те, кто еще не поняли, надо подождать, пока поймут. Они увидят, что этим занимаются все группы, и в итоге и они начнут чувствовать в этом не просто интерес, а необходимость. Дело в том, что когда вы начинаете работать на внешнюю публику, кроме этого у вас появляется огромная энергия, у вас появляется смысл жизни. Это как, так же, как у детей, которых мы рожаем. Когда у тебя есть дети, у тебя есть уже какой-то другой стимул для жизни. Ты уже живешь и ради них, не только ради себя. И поэтому группа, которая занимается и внешним распространением, она всегда более живая. Поэтому это распространение надо для самой группы. Ну, будем надеяться, что они постепенно поймут. Вопрос, мне надо с ней искать общий язык, договариваться, или все-таки идти и самому... Сказать, что вы получили от меня разрешение. Спасибо. Salve Rav. Io volevo chiedere, il gruppo europeo è molto grande. Io non conosco quasi nessuno del gruppo europeo, perciò come mi posso connettere con persone che non conosco se non ho niente di materiale su cui lavorare? Марсида из Италии спрашивает, как она может связаться, на каком уровне с такой огромной семьей европейской и лично, допустим, с кем-то, когда она практически никого не знает. Лично, на каком уровне вот эта связь осуществляется? Я тоже никого не знаю здесь. Я знаю, я знаю тут, может быть, 10 человек, 15. Может быть, так лично сталкивался, а вообще не знаю, и даже знать не хочу. Какое мне дело, как зовут кого? Я никогда не запоминаю имен. Я не знаю, кто он и что он человек. Вы мне можете сказать, я через минуту забываю. Это не важно совершенно. Важно, что у него существует с вами одно и то же устремление. И поэтому вы к нему тянетесь. И вы представляете собой уже вместе какое-то целое. И из этого и состоит вся наша методика. Соединиться между собой. Причем тут тела, откуда они, на каком языке говорят, какие у них характеры. Ничего это не надо. Даже мужчина или женщина не имеет значения. Просто нам нужно соединение вот этих точек в сердце. А больше ничего мне не надо от них. Все равно в конечном итоге через пару десяток лет этих тел уже в нашем мире не будет. Останутся только точки в сердце. Вот нам их надо соединить и ощутить в них вечное существование. Мне кажется, мой ответ был не очень удачным. Нам на самом деле какая разница? Не важно мне, я приезжаю в любую группу, да это не важно, я или кто. Нам важно соединиться, потому что у нас существует вот с тем общим, что есть у нас, соединиться, а все остальное не имеет значения. Оно все равно отпадет. Ничего от этого не останется. Нам главное точка, наша вечная точка. Это
точка в сердце. Вот их нам надо соединить. Все остальные свойства, характеры, все, что мы, кто каждый из нас, не имеет значения. Когда вы начнете только обращать внимание на эту точку в сердце, у вас будет совершенно другое отношение к человеку. Я ругаюсь на своих учеников, вы знаете, какой я. Но вот эту точку я в них очень люблю. Прошу. Ja, guten Abend. In der Einführung wurde gesagt, dass die einen, die die Punkte im Herzen haben, die alles, was sie tun, freiwillig tun. Und die andere Gruppe, die 99%, eben von hinten gedrückt werden. В введении урока вы сказали, что те, которые получили точку, umsetzen, Ewald, einen Moment bitte, Ewald, lass mich kurz übersetzen. В введении урока вы сказали, что те, которые получили точку сердца, они делают все свободной волей. А другая часть, 99%, она чувствует себя как-то подавленной. Wenn wir das nun umsetzen, ist alles, was wir freiwillig tun, verursacht das eine Freude, weil wir einen Grund für diese Tätigkeit haben. Если мы это переводим простыми словами, так получается, что все, что мы делаем, это в нас развивает радость, потому что мы видим на это причину. Jetzt habe ich den Vater verloren. Nichts потерял. Die Frage. Es ist also jetzt so, dass wir als eine große Familie, die gleichgesinnt ist, das gleiche Ziel hat, also eine frohe, eine glückliche Familie ist. Получается, что мы одна большая семья, которая имеет та же самую цель, и таким образом мы очень счастливы. Ну, конечно, мы одна большая семья, потому что в итоге было одно единое кли, желание, одно. Затем оно раскололось на миллиарды частных желаний. И нас тут 7 миллиардов. И теперь нам снова надо соединиться, только уже соединить их нашими усилиями. Конечно, это под воздействием света. Это не мы сами делаем. Свет это делает. Но мы должны провести вот эту всю систему в интегральное объединение. То есть стать снова одним единым целым. Мы на самом деле такие. Только эгоизм наш, вот что здесь происходит? Здесь мы были одним единым в начале творения. Так. Затем подействовал высший свет. И смотрите, что он с нами сделал. Он нас разбил. Вот этот высший свет, когда вошел в нас, далее, он нас разбил. И между нами возникли эгоистические отторжения друг от друга. Мы отторгаемся. То есть свет внес в нас обратное свойство свое. И теперь между нами существует расстояние. Расстояние чувственное. Не хочу я другого. Не хочу быть одним. Он и я не можем быть вместе. Почему? Вот этот вот эгоизм, вот это сопротивление, сопротивление между нами, которое есть, это свет сделал. Он сделал, как бы внес тьму, обратное свойство между нами. Если мы это обратное свойство теперь
аннулируем с помощью того, что мы призываем этот свет подействовать на нас, то тогда он снова светит в нас, но уже согласно тому, что мы над нашим эгоизмом желаем возвыситься. И получается, что вот здесь светил нам свет нефиш, очень маленький свет. А здесь будет свет ехида, огромный вечный свет. Это мы выигрываем. То есть вот эти расстояния между нами, которые существуют, это отторжение. Его именно и надо заполнить светом. Wenn wir die vielen Menschen, die hier sind, ich sehe nur glückliche Menschen. Я чувствую тех людей, которые находятся здесь, рядом со мной. Я чувствую, что они все счастливы. Und all die, die zu Hause geblieben sind und zusehen, zählen wir dazu. И даже мы можем соединить тех, которые остались дома и смотрят нас через экраны. Und wir alle geben doch eine bestimmte, also ich sehe so gewaltige Kraft, die uns eben die Punkte gewissermaßen gewaltsam verbinden. И я вижу вот эту огромную силу, которая вот объединяет вот наши точки. Если все будут хотеть так, как он уже не первый раз с нами на встречах на наших, то, конечно, все будет хорошо. У него действительно такое искреннее, внутреннее, такое природное желание. Раф, если смотреть на нас глазами материального мира, финансово, социально, политически, то мы слабы. У нас отсутствуют необходимые миру статусы. Как, исходя из этого, мы можем что-либо распространять? Я не знаю, какой в мире должен быть статус, если кто-то желает что-то распространять. Ты входишь сегодня в интернет, он специально создан для этого. Это интегральная система, в которой ты можешь делать, ну, практически все, что угодно. Все зависит от тебя. Если ты будешь пытаться предлагать свою методику правильно от сердца, в соответствии с тем, что люди хотели бы от тебя услышать, они услышат. Нам надо просто учиться, как это сделать. Какие статусы ты вообще должен иметь, я не понимаю. Я в 95-м году открыл страничку в интернете по Кабале. И с тех пор начал распространять, ни у кого ничего не спрашивая, зарегистрировался и начал распространять. Я печатаю книги, печатал их, когда вообще у меня не было учеников, еще при Рабаше в 83-м году я напечатал свои первые три книги. Выступал по радио. Таким образом, пришли к нам много учеников, систематически раз в неделю. Сегодня у нас есть два телеканала и газету, вот сейчас мы выпустили к празднику, отпечатали. Мы, в общем, какой статус ты должен иметь? Кто в мире имеет статус? Что значит статус? Статус в глазах других
Я хочу задать конкретный пример на уровне ученых. Мы пробовали войти с ними в контакт, и они, ну, они хотят разговаривать с людьми своей среды, то есть они спрашивают сертификаты, дипломы и так далее и тому подобное. Им нужны какие-то регалии, погоны. Речь об этом. Я не знаю, какие существуют законы в вашей стране. В общем, есть кружки всевозможные, где можно обучать людей, которые открываются по всяким методикам, таким околонаучным, околопсихологическим, где, в принципе, люди работают, организуют эти кружки, не имея, в общем-то, никаких особых дипломов. В школах это другое дело, там надо иметь диплом, естественно, допуск и так далее. Но если это не в школах, то есть полно всяких людей, которые занимаются такими, организуют такие кружки. Я не знаю, как это в Германии, в общем, во многих странах мира я это видел. Не требуется никаких особых дипломов. Здесь надо смотреть, конечно, что можно, что нельзя. Спасибо. Да? Прошу, прошу, пожалуйста. Давайте поскорее, у нас время заканчивается. Good evening, Rav. We have a common European question. It's not just our question, it's from many friends from all over Europe. Добрый вечер, Рав. У нас вопрос от, не от нас, но от всей Европы. And our question is the following. In Europe there are so many different peoples and so many different cultures and so many different languages. And a lot of those peoples, they feel very separated from each other through language and culture and all kind of matter like that. В Европе очень много народностей, культур, языков, и они чувствуют себя отделенными, разделенными. And our question is, can you give us practical advices how we can build one European group that can rise above these cultural and differences, language differences, and really feel as one European clique, that there is no more Swiss group or French group or German group or Italian group, that there is just one European clique. Вы могли бы дать нам практический совет, который бы мог бы построить европейскую группу, европейское клее, без каких-либо барьеров языков? Если дело в языке, то, конечно, ничего не поможет. А если дело не в языке, то не имеет значения, какие существуют различия в культуре, в ментальности. Какая разница? Не имеет никакого значения. Мы ведь поднимаемся над этим, над всем. И специально так было. Это же идет из Вавилона. Это же не просто. Надо понимать, что это духовное различие. Это специально сделано так. Духовная разница между нами, вот тогда она и проявилась. Еще в древнем Вавилоне. Оттуда и пошли языки, народности и все прочее. Поэтому нам не надо с этим, нам не надо бороться с этим. Нам надо просто подняться над этим. Язык – это проблема. Но, в принципе, кроме языка в общении, других проблем нет. Но и сегодня эта проблема довольно-таки несложная. Она решаема. Или английский становится все более и более мировым языком. Или вообще существует огромное количество переводчиков всяких. Я не думаю, что это проблема. А если не языки, то все остальное не имеет значения. Над языками нам надо работать, надо подняться над ними. Но это до тех пор, пока мы не начинаем ощущать общность. А как только мы ощущаем между собой одно общее, вы представляете себе, что значит одно сердце, один разум. Вы становитесь на иной уровень коммуникации. У вас получается между собой
совершенно другая коммутация. То есть вам не нужен ни язык, ничего. Вы чувствуете друг друга. У вас информация перетекает без слов от одного к другому. Вы работаете по одной единой новой программе, которая находится выше всех различий. Вот к этому нам надо прийти. Так что Европа, она специально такой задана, разнообразной, противоречивой, сложной, в которой существуют сотни лет такие взаимоотношения сложные между всеми и всеми народами и культурами, что тут разобраться даже не надо в этом начинать разбираться. Надо просто подняться всем вместе над этим. Вот это единственное, что надо. А если вы будете смотреть, на каком языке он разговаривает, его характер, его взгляды, его привычки и так далее, а у меня они такие, а у того они такие, ну тут никогда, никогда не придете ни к какому мнению. В этом-то и проблема. Почему они боятся заниматься всяким соединением между собой в Европе? Потому что, говорят, из-за этого будет, может быть, еще и хуже. Начнем сближаться, ну и что-то получится. Ты знаешь, когда соседи далеко друг от друга, тогда ничего страшного. Один живет и второй живет, они идут. А когда они становятся рядом друг с другом, одна стенка их разделяет между собой, тогда возникают проблемы. В Европе проблемы между соседями. А если это не соседи, разделены через одну страну или там еще как, то проблем нет почти. Поэтому и боятся объединяться еще больше, потому что возникнут еще большие проблемы. Это верно. Но мы предлагаем объединяться над проблемами, выше всего того, что существует на обычном житейском уровне. И тогда проблем не будет. В этом и заключается методика интегрального образования. Вот в семинарах она просматривается. Надо ее еще дальше развивать и предлагать. Прошу. Седор Мануэль. Седор, туда раба. Bonsoir Rav, j'ai une question. Alors la question est, comment vous voulez qu'on s'unisse si à l'intérieur de nous on est brisé, c'est l'obscurité totale, on n'arrive même pas à percevoir quoi que ce soit. Rav, скажите нам, как мы можем соединиться, если внутри у нас все разбито? On a l'impression qu'on est complètement attaché, on est esclave de ça, on n'arrive pas à s'en sortir et полный мрак, такое отношение. Enchaîner. On n'arrive pas à s'en sortir et on essaye de demander au Créateur de nous aider parce que on voit que c'est le désir de recevoir qui détruit complètement l'humanité. Faut dire ce qu'il en est, c'est une réalité. Comment arriver à changer cette nature? Comment arriver à donner complètement? Comment on doit faire? Ok. В общем, она говорит то, что внутри все разбито, полный мрак. Вот это вот желание получать. Оно разрушает все. Вот каким образом нам создать вот эту вот молитву, эту просьбу к Творцу, если внутри вот полный мрак? Ce qui suggère à l'intérieur de nous, c'est la haine. C'est la haine. Внутри только ненависть. On fait quoi avec ça? Что мы с этим можем сделать? Merci. Что-то хочется вообще или нет? Тебе quelque chose? Oui, je veux quelque chose. Je veux arriver à me détacher de mon désir de recevoir pour pouvoir donner aux autres. Oui, c'est ce que j'aimerais. Да, естественно, у меня есть что-то. Это желание оторваться от того, чтобы получать для себя и суметь отдать другому. Ну так в чем проблема? Où est le problème? Eh ben, le problème, je n'y arrive pas. Проблема в том, что у меня не получается.
вы пытались найти себе помощников в этом деле? Tu as essayé de trouver une personne qui pourrait t'aider dans cette affaire? Bah, il faut un groupe, d'accord? Да, конечно, должна быть группа. Я согласна. Mais bon, en France, c'est assez compliqué, donc. Ну, во Франции это достаточно сложно. Bon, je sais que c'est moi le problème, Rav. Je sais, c'est moi le problème. Да, конечно, я понимаю, Рав. Вся проблема во мне. Нет, не в вас, конечно. Мы находимся на таком этапе развития человечества, когда это все только начинается. Мы с вами первопроходцы, самый первый авангард, самый первый, ну, как сказать, уровень, строй, ряд, который идет вперед. И, конечно, нам тяжело. Мы не можем найти рядом с нами людей, которые думают так, как мы, понимают, что надо выходить как-то из этого, из этой проблемы и не знают как. Это время. Требуется время. Но я не знаю, надо ли искать обязательно рядом с собой физических людей. У меня есть много учеников, разбросанных по всему миру, которые работают вместе с нами, помогая друг другу в распространении. В основном это в распространении. Без распространения зачем нам быть связанным? А когда мы вместе работаем, то это связывает людей. И таким образом мы организуем группу, общность. Вы можете сидеть во Франции, и там, может быть, больше никого и нет. Но при этом вы можете быть связаны же с нами тоже. Вам не обязательно физически находиться с другими людьми. Конечно, это важно. Но мне кажется, что можно и без этого. Я наблюдал многих людей. А вот Эммануэль, где он тут был? Куда он убежал? Вот, пускай он вас... Встань, пускай они тебя посмотрят. Вот, посмотрите на него. Нет, один ты, не надо твоего товарища. Вот этот, который в кипе, да? Парень из Швейцарии, швейцарец. Он не еврей. Хотя выглядит так. Вот. Без группы развивался, там не было никакой группы. И прекрасный ученик. Очень быстро развился, пошел. Вот спросите у него, как он это сделал. Пример для многих. Добрый вечер, Рав. Дмитрий, Германия. У меня вопрос на тему дети. Дети ведь это ведь наше будущее и будущее всего нашего мира. Работа протекает через объединительную работу с ними, в игры, акции. У меня вот такой вопрос, мне хотелось бы знать ваше мнение. Вот порой вот детям надоедает объединительные игры, они говорят, все, хватит, мы уже хотим наконец-то, чтобы кто-то из нас выиграл. Ваше мнение, как быть в этой ситуации, когда начинать, какие границы иметь надо в такой работе? Это проблема, когда кто-то должен выиграть из группы. Это проблема, значит, неправильно ставится игра. Естественно, что всегда
человек стремится, и взрослый ребенок, к тому, чтобы выиграть. Это эгоистический порыв. Он у нас во всех существует. Хоть в чем-то. Но воспитание, оно в том-то и заключается, что постепенно ты приучаешь ребенка, и привычка становится второй натурой, что он не понимает, что значит одному выиграть, а только вместе. Это психология. Таким образом тренируют очень многие команды в нашем мире. Подводники, всевозможные группы, команду, футболисты. Футболисты сейчас, ладно, там все за деньги покупается. Но есть такие группы, которых специально так тренируют. То есть такой психологический тренинг, когда человек не понимает, что он это делает. Это делает, если даже делаю я, это делает команда. Так что надо учиться этому. Но это вполне можно привить к детям, и они так будут думать. И они так будут чувствовать и так поступать. Хорошо, спасибо. Вы знаете, был даже такой трагический пример. Не с этой лодкой, которая сейчас, Курск, которая утонула, а была до этого еще другая история. Когда половина лодки оказалась над водой, подводной лодки, оказалась над водой, и из нее могли выйти половина экипажа, и вторая половина экипажа не могла выйти и должна была погибнуть. Та половина экипажа, которая могла выйти и спастись, зашла обратно в лодку и утонули все. Не могла себе позволить оставить вторую половину. Настолько они чувствовали себя вместе. Это трагический пример, но надо понимать, насколько в человеке может существовать вот эта общность, ощущение «мы», без которого «я» нету. Здравствуйте, уважаемый Раф. Вопрос по предыдущему чертежу, где Гальгаль Саинаем передает свет Ахапу. Что это такое? Спасибо. Я не знаю, как вам объяснить, что это такое. Передача. Это распространение. Гальгаль Таинаем, это та часть... Вот эта часть, Гальгаль Тейнаим, она имеет свойства, сходные со светом. И поэтому в нее свет входит свободно. Он циркулирует вот здесь, до этой границы. Вы видите, да? Угу. Да или нет? Да. Вот до этой границы. Свет входит свободно. Но дальше он не может пройти. А вот это самое главное для нас, вот эти наши килим, ахап. И здесь свет не проходит. Раскрытие Творца ощущается вот здесь. То, что существует вот здесь, это окружающий свет. Это предчувствие. Это есть какое-то ощущение, но оно неосознаваемое, неполучаемое четко в ощущениях. Потому что все ощущения четкие, они вот здесь вот, в Ахапе. А Ахап мы можем включить только тогда, когда мы начинаем через него проводить свет на следующую ступень. И сам процесс передачи? Процесс передачи, он только по закону сопряжения, закон подобия свойств. Значит, нам надо присоединить к себе людей таким образом, чтобы они захотели от нас питаться. И тогда мы сможем провести через себя на них маленький свет, но маленький достаточно для них, а в нас это будет огромнейший. Потому что разница между ступенями, она, что вся нижняя ступень равна одной единичке верхней ступени. То есть, если они захотят хоть немножко объединиться и почувствовать маленький свет, то есть маленькое ощущение хорошего в своем объединении, вы при этом получите огромнейший высший свет. Спасибо.
Добрый день, Раб. У меня вопрос такой. Вырисовываются две линии распространения. Это российская, украинская и европейская. Они разные. По сути, по методике, по методам. Можно из них обоих делать миксы, потому что и в этой есть хорошие. Но они, их надо соединить через систему. Можно? Не знаю. Я не знаю особенностей ни этой методики, ни этой методики. Я не знаю, как применяется точно на Украине, допустим, или в России методика распространения, и как она применяется в Литве. Не знаю точно нюансы, тонкости, и я не могу сказать. Тогда буду применять. Конечно. Спасибо. Это очень большая женщина. Она руководит распространением... именно вот таким широким распространением в Литве. Вада ее зовут. Есть чему поучиться. Вопросов больше нет. Хорошо, тогда мы споем. И соберемся уже на вечер. Завтра у нас с вами урок первый «Нет никого, кроме него», и затем после него такой же семинар. Готовьте вопросы, все проблемы, будем вместе их решать. Есть ли возможность их решить? Каким образом? Как нам держать между собой связь? Самое главное нам – как нам организовать единую европейскую группу? Единую, в которой все были бы вместе связаны. Вот когда мы начнем между собой связываться, мы между собой, тогда вся остальная Европа потянется за нами. Вы увидите, как вы начнете действовать. И это вдруг начнет проявляться в людях, даже если вы с ними не будете разговаривать. Если мы в каждой стране, где мы находимся, начнем между собой соединяться... Все люди во всех этих странах тоже начнут то же самое. Потому что свет будет проходить через нас, они начнут думать так же, как мы. Даже не зная, что это от нас. Вы должны понимать, что вы определяете состояние мира. Немножко ваше устремление друг к другу проявится в мире в огромной силе. Поэтому подумайте о том, как мы можем организовать общую европейскую группу. Одну. Много не бывает. Нам надо будет потом и мировую такую же сделать. Но сейчас мы говорим о европейской. Если мы это сделаем, мы просто увидим наяву, как пропадают все проблемы. Как все начинает складываться взаимно. И все просто устремляются к какому-то пониманию, как выйти из кризиса, как все сделать. Это зависит от нас. Мы здесь собравшиеся должны это осознавать и должны вот четко понять, будущее Европы это зависит только от вас. Поднимите выше носы. Так вот, каждый. Но я не вижу. А вот так, да. Но это должно обязывать всех нас до конца Конгресса хорошо подумать над тем, как мы организуем эту одну единую европейскую группу. Договорились? Чтобы нам спеть. Let your heart speak, let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone, love is alone.
deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. Together, together as one.